Один из самых частых вопросов, которые мы слышим периодически на разных наших выставках, это: а построено ли это здание? Как оно выглядит сегодня? И мы решили заранее дать посетителям ответ на этот вопрос и сделали такие специальные расширенные этикетки, на которые поместили современные фотографии реализованных построек Щусева, которые сохранились до нашего времени. Но в какой-то момент поняли, что широчайшая география построек мастера создает нам некоторые проблемы. Конечно, некоторые фотографии пришлось искать довольно непросто. Мы благодарны коллегам, которые сейчас живут в других странах, которые специально для нас сфотографировали какие-то здания. Все равно проблемы оставались. Например, один из малоизвестных проектов Щусева — это проект порталов тоннеля Европа-Азия для железнодорожной линии Казань-Екатеринбург, которая была реализована, которая сохранилась до сих пор. Нам нужна была современная фотография. Я сидела за компьютером в рабочем кабинете и просто начала в поисковике искать снимки. И в итоге, спустя там полчаса, я нашла одну статью, в которой были фотографии этого тоннеля. Я увидела подпись фотографа, фотограф К. Широков. Никаких данных, ни телефона, ни имейла, ничего не было. И в итоге пришлось прибегнуть к помощи социальных сетей. К сожалению, фамилия Широков довольно популярная, поэтому пришлось отсмотреть десятки однофамильцев, прежде чем я нашла молодого человека, который работает в российских железных дорогах, который увлекается фотографией и который любезно предоставил нам свой снимок. И мы подписали его авторство.